слушание дела на миллиард перенесли. Такое решение сегодня принял Высший хозяйственный суд. Речь идет о тяжбе Укртрансгаза и Нафтогаза, связанной с недостачей топлива в газовом балансе страны. Цена вопроса – миллиард гривен. Истец обвиняет НАК в том, что монополист искусственно создал газовый дисбаланс. И, кроме того, необоснованно отказывался оформлять акты приема-передачи топлива во время прошлого отопительного сезона. Завтрашнее заседание, возможно, пройдет за закрытыми дверями. Об этом попросили обе стороны, ссылаясь на коммерческую тайну. А вот представители облгазов, как третья сторона этого процесса, заподозрили в этом сговор.